Эй, привет всем! Сегодня мы начнем проходить Пенумбру Некролог. Это, скажем так, четвертая часть. Продолжение другой части дневники мертвецов вроде. Чи дневники мертвых. Это продолжение типа другой части. И только тебе решать, что делать с этой историей. С честь ее бредом сумасшедшего или ужасной участью друга, которой пожелаешь и врагу. А, и не пожелаешь и врагу. Ну да. Как мы помним, другая часть закончилась тем, что мы создаем типа противоядие, вводим его себе. И увеличиваемся. Условием предысторию. Да. Собственными руками я убил своих друзей. Я даже не смог их увидеть. Ну да, единственную тёлку. Мартышка, ты здесь? Мартышка, ты здесь? О, наконец-то ты проснулся. Ты, наверное, несколько удивлен, что я снова... Так, немного громко надо убавить. Я тебе скажу прямо и немного с разворота. Если я что-то делаю не так, как тебе этого хочется, это не значит, что я хочу прикончить тебя. Слышь, блядь. Свансон? Да иди ты нахуй. Это очередное испытание? Да, чувак, это больше не светит. Так, и опять мы пытаемся выбраться из всего гребаного комплекса. Так, компьютер. Та иди ти в срак, ти що, жива? Чи це, блядь, опять глюки? Thank you.
Да ладно, бля, чувак, я сам в шоке. Ну да, все, ящик мы це двигали. А тут хрен бы встал. Противоядия все равно больше не осталось. Так я не понял вас. Вона жива до сих пор, чи шо? Ну да, все как мы оставили, так все равно есть. А, ну только вот тут завалило. Завалено. Тю, блин. Ой, двери опять стали двойні. Так, сохранимся, идем дальше. Тут нема ничего интересного. Я жив или это мой сон? Ну, чувак, я, блядь, хер его знал. Сейчас побачим. Голова до сих пор... А. Да думаю. Да иди ты нахуй. Кевин. Ну да. Так. Коридоры изменились. Но это, конечно, заебись, конечно. Нам надо попробовать здесь попасть в ту лабораторию. Так, тут завалено. Тут у нас что? Тут нифига. Не знаю, где лучше, здесь или на поверхности. Ну, короче, тут надо нам сюда вылезти, я так понял. Тут вынесли двери. А в прошлой части тут вроде было закрыть. Ну ладно. Побежали. Скорее всего, эта стена была построена для того, чтобы не дать прийти кому-то или чему-то. Значит, тут, походу, не вибраться, да? Треба десь нам найти... Про... Блять. Про... Комната. Комната, давай полутаем, что у нас тут есть. Так. У нас же фонарь есть. Ну, алло. Ну да, это той хер. А, ну давай, там еще нижний ящичок. Давай, ни хера. Записка. Какое свежевшего. Так, что у нас тут? Ага, тут сральник. Что у нас тут? А, о, таблеточки-то надо. Таблять. Возьмешь ты таблетки. Побежали. Я не помню, что тут будут монстры, чи не. Заперто. Блять, а куда ж? Ну, це я помню, мы тут... А, во! Выход, блять. Ну, як выход? Те, що я хотів. Во, можно.
А, ну так усё належить. Не верю своим глазам. Значит, всё-таки тоді... Подожди, значит, получается, тёлка жива, просто она не тут находится. А вбили мы действительно... Все запечатано, я не смогу открыть. Действительно вбили цього уродца. О. Ну, возьми батарейки, алло, о. Нема ни хера. И тут нема ни хера. Так. Что ж нам надо сделать? Нам надо десь взять крюк. И веревку. Что мы наделали? Так. Нема нигде ни хера. Тут что у нас? Ну тут понятно, как всегда, нема ни хера. Фотографии внутренностей различных животных. Собака. Хрень, компьютер не работает. Ни хера, ни хера, ни хера. Тут ни хрена, что ж делать? Что ж делать-то, а? Вряд ли нам, конечно, псарню надо. Я туди, ох, як не горю желанием спускаться. Так, ну вроде нема ничего, окей. Не помню. Ну там выход, там точно нема что робить. Ну пішла сюди. Ага, в псарню хоть завален. Ще одна комната. Ця точно, я помню, була закрита. Саральник. Саральнику нема. Блять, атмосфера нагнітає. Так, що у нас тут сохраниться? О! Кассетка. Послухати її нема де, да? Ладно, давай схранимся, підемо далі. Так, це тут псарні, да? Нема ні хера. Да-да-да-да-да, страшно. Не, конечно, блядь, мурашки пішли по кожі, блядь. Ну, нормально. Блядь, а куди ж... Во! Генераторна. Похоже, они сами замурували сами себя. И не кажи, что мне до них надо. Во. Крюк есть. Допотопный дизельный генератор. Удивительно, но он все еще работает. Конечно, чувак, удивительно, блядь. Тут уже людей сколько немає. Блять, а як мені туди попасти? Ну да, ця херня не дивиться. Стопе. Подожди, каде? Вентиляції ніде нету. Та блять, а куди ж? Так. Пішла сюди. Ще дверка. Тут у нас
тоже на них уйдем. А ну если взять этот ящик, я сказал ящик, блин. И попробовать. Пролізти там в ту дырку. Там вроде щось есть. А вроде и нахуй нам туда не надо. Не, походу не надо нам сюда. Ну ладно, то что будем иметь в виду, что там щось есть. Так, крюк есть. Надо веревка. Вот туда мы вышли, да, но Кевин. Веревка, может здесь тут веревка есть. Веревка, веревка. Батарейки. Что-то здесь нихера нету. Так. Питомник, куда нет, южный выход. Хорошо. Фойе, другая двойка. Следовательский центр. Я был. Тут я. Третья осмотровая. Оцес, не ошибаюсь. Да. И пятая химическая лаборатория. Ага, это справа. Чуть налево надо, здесь туда. Пішли в хімічну лабораторію, зганяємо. Во. Ще одна кулька. А, о, і верівка. Що тільки що це було, блядь? Блядь. Не нравиться мені цей звук. А, во. Так, крюк. Ага. Так, свалим отсюда нахрен, короче. Что нам дальше? Пойдем направо. Ага, тут получается должна быть стена, если я не ошибаюсь, да, чи не? Да. Окей. Пойдем дальше. Двери. Блять, подвалы. Не люблю я подвалы, блять, в игре. Так. Це сюда. Ну давай. Угу. Так, побежали. Блять, щось такі коридори. Я помню, колись її питався пройти. Ну, блять, чого я не прошу, я не помню. Ще, блять, звуки оці, сука. А. Двері заблокували зрозуміло. Окей, значить, получається нам сюди. Да. Все глубже. Так. Ох, ёб. ФПСик просіло. А ну давай мені тут. Не выёбывайся. Так, тут ладно, нема ніхуя вроде. Ну понятно.
Так, нам надо сюда, да? Записка. Третья заразился, окей. Канифоль. Радио не работает. Так, что там черкнул в блокноте список дела? Интересно, если посетить радио, я смогу с кем-то связаться? Ну, чувак. Все может быть. Может. Быть. А, там один хуесос сидит. Мы туда пока не пойдем. Ничего не происходит. Так. Проволока. Брать ФПС так просила, и сука не поднимаются. Ага. Ага. Мы, короче, до какой-то канализации. Водяная, ледяная, неизвестно куда ведет этот тоннель. Надо как-то спустить воду. Спустить воду, а... А как спустить воду? Охуезно. Продать ты сюда. Так. Провод. А. Да. Кость там дико сожрал. Давай, наверное, сохранимся, блядь, бо ну нахер. Хуй нас туда, блядь, вылезать. Так. Что у нас тут? Предохрань... А, конденсатор. И больше нихуя. Лично не против, чтобы эта дверь оставалась заперта. Я, чувак, тоже не против. Но мы... Сука, не двигается. Та, блядь. Возьми ты стул. Во! Тут же ящик, во. И двери мы запечатаем. Ну тебе нахуй. Давай, блядь, закрывайся. Во. Мать твою. Блядь. Ладно, давай еще ци да закрыем. Так. Провод. Проволока. Каниф. А, вот так, да? И вот так. Чё, работает? Режи, блядь. Пиздец, я опять накрыло. А вы, блядь, найди сначала меня. Хочешь всех их распугать? А
Так, окей. И что дальше? Что, блядь, было? Мать твою. Червяк опять лазит. Так, заперто. Заклинило. Вай, заебись, блядь. Так. Не работает. Посмотрим. Ни хера нету, ни хера, ни хера. Тут вроде ни хера нету. Ну, блять, хуй с ним. А, о. Ящики. Батарейки. Так. Пришли, блять, сюда. Сейчас мы, наверное, воду спустим. Во, ага, во. Тактика в какую сторону? Давай, 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 давай. Да, вода спускается. І тут треба замінити трубу якусь, якщо не ошибаюсь. Блять. Сука, чуть не обосрался, блять. Да, ось все. Ну, блять, водопроводчик, сука, без инструментів, без нигде нічого, блять. Взяв, приставив трубу і все заебись. Блять, тут до них звуки, блять, мурашки по кожі йдуть. Так. А те хуйло вже вибралось? Ні, двері закриті. Значить, хай сидить поки там. Ага, бля. Фу, двері відкриті. Треба воду ще раз пустити. Так, вода спустилась? А, спускається. Надо, наверное, так впаду. Так. Що в нас тут? Чем, блядь? Короче, кейс там хуй понизу бьяя. Что у нас тут есть? Батарейки. Свет. Ну, беспорядок. Так, кот якийсь. А що ж ти від мене тут хочеш? А, о, ключик. Це, походу, танцювальна жертва тут без інструмента не обійтись. Чувак, без якого інструмента? Так. Безпорядок, окей. Заперто. Заклинило. А, похоже, ты разбракетировали специально. Старый ключ. Окей, пошли.
той хуй уже по-любому, наверное, выбрался. А ну? Не, ещё сюда. Ну и мать ты, ёб, сады там. Так, у меня есть ключ. Ключ отсюда, да? Да. И тут у нас... отвертка. Блять, отвертку опять и ты туда открывать люк. Такое ощущение, что кто-то лежа на полу и стекал кровью. Ну да, чувак, а я потом встал, блять, и тебе хоть до разгулия. Так, мне надо... Ага, вниз. Что так FPS, блять, проседает? Мать твою, блядь! Фу, сука, аж похололо все. Хтось, блядь, скаже, да, та що такого, що тут страшного, блядь. А ви, сука, попробуйте, блядь. 12 ночі, блядь, пограти цю ігру. Побачимо, як вам буде, блядь. Блять, пиздец. Так, куда це мы? Ебать. Сука, так а что делать, алло? Ага. Назад вариант, не вариант, ебать. Ладно, ребята, если уж уже такое дело, давайте мы сегодня на всем закончим. Подписывайтесь на канал, ставим лайки, комментируем, вступаем в группу ВКонтакте. Всем до следующих встреч. Всем спасибо. Всем пока.